Песни, спетые сердцем. Уже больше 50 лет народный хор, родные напевы из Индиги являются визитной карточкой поселка. О тех, кто поет для души и радует односельчан своим творчеством, расскажет Василий Хатанзейский. Мост, мост подвесной, сердцу дорогой. На сцене Дома культуры поселка Индиго ансамбль «Родные напевы». История творческого коллектива началась еще в прошлом веке. Изначально это был обычный хор при Доме культуры. Раньше артисты не только выступали для односельчан, но и гастролировали по региону. А у нас был хор. Просто у нас никак индийский хор, при Доме культуры хор. Очень много народу ходило, человек по 20 было. Ездили мы и в Коткино, и в Ому ездили мы. В какой-то момент коллектив угас. Кто-то уехал из родного села, кто-то завел семью и уже было не до песен. На этом творческая деятельность остановилась, но ненадолго. Вроде общаться хочется, поэтому мы взяли и бросили клич, что давайте будем ходить. Начали ходить. А поскольку нас набралось около 10 человек, это уже не хор, это вокальная группа больше-то, наверное. Но и предложили нам ехать на Рянмар. А чтобы ехать на Рянмар, надо, чтобы было название у группы. Мы долго перебирали, название дали «Родные напевы». И с этого момента коллектив продолжил свою деятельность, но уже в новом формате. Родным напевам в этом году исполнится 53 года. Одним из лидеров творческого коллектива на сегодняшний день является Алена Торопова. В этом году мы очень такое интересное тоже направление осваиваем. Мы второй уже видеоклип сделали на песни, которые мы исполняем. То есть мы пытаемся вот себя как-то развивать, ищем какие-то новые моменты, и это очень здорово. Репертуар коллектива достаточно разнообразный. Артисты исполняют как эстрадные песни, так и народные. Любую композицию ансамбль исполняет с любовью. Ну а самое главное для вокалистов – это подарить зрителям праздник. Это, мне кажется, и эмоции, и желание приносить людям радость. И, во-первых, себе. Сам тоже живешь. Пока поешь, значит, живешь. Каждый раз это, знаете, отдаешь частичку своей души, своих эмоций. И здорово, когда идет обратная связь. Ты видишь, что зрители очень радуются, волнуются тоже вместе с нами и поддерживают. Ансамбль «Родные напевы» – это визитная карточка Индиги. На протяжении полувека коллектив вносит свою лепту в историю поселка. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, телеканал «Север», поселок Индиго.